Четвертый Тульский экономический форум в эти минуты продолжает свою работу. Сейчас участники разъезжаются к местам работы тематических секций. Отмечу, сегодняшний форум стал самым масштабным. Как и ожидалось, приехали более 2000 делегатов из различных регионов России, а также из других стран. На торжественной церемонии открытия съезда собравшихся приветствовали губернатор Тульской области Владимир Груздев, министр регионального развития Виктор Басаргин и министр образования и науки Андрей Фурсенко. А затем делегация осмотрела выставочные стенды, которые заняли два павильона. Интересный проект представило руководство Тулы, предложив масштабную реконструкцию исторического центра города. Это предложение заинтересовало министра регионального развития. По историческому центру очень интересный проект. Я уже говорил, что необходимо провести реновацию исторического центра. Это будет лицо города. И в этом отношении улучшение набережной, улучшение экологии. Я думаю, что очень интересный проект. Ну, интересный проект Заокский, да, он называется, по малоэтажному строительству. Хотелось бы, чтобы там, кроме бизнес-жилья, появилось и жилье эконом-класса. Тоже мы готовы поддерживать, и в том числе с точки зрения финансирования, создания инфраструктуры вот подобных проектов градостроительных. По окончании осмотра выставочных стендов открылось пленарное заседание. Надо сказать, что тема 4-го Тульского экономического форума – это перспективы развития городов. Губернатор изложил тезисы программы, которая носит название «Тульская инициатива», так как озвучена впервые именно в Туле. Вообще же этот документ разрабатывался сотнями специалистов из России и других стран. Это своего рода национальная доктрина в вопросе градостроительства. Все участники обсуждения подчеркивали актуальность выбранной темы. Звучало, что города должны перестать приниматься лишь как дома и дороги. В первую очередь, города – это люди, и в них должны быть созданы комфортные условия для проживания. Губернатор объяснил, чем обусловлен выбор городской тематики для Тульского форума. Города – это те места, где мы с вами живем. Это вот комфортно или некомфортно жить. И посмотрите, миграция сегодня, она идет не только за высокой заработной платой, а прежде всего за комфортным местом проживания. И если мы сможем использовать свое конкурентное преимущество, в Тульской области именно в этом конкурентное преимущество, нахождение рядом с большими агломерациями, потому что Москва и Московская область – это уже фактически единая агломерация. Если мы сможем с вами предоставить хорошую инфраструктуру, качественные социальные услуги, хорошее образование, качественную медицину, то люди смогут жить здесь.